Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня я отправлюсь в болото и постараюсь вырастить максимально большую рыбу в игре под названием Fish Fit and Grow. В прошлый раз мы играли за пиранью и было тяжело, но сегодня мы попробуем щуку и посмотрим, на что способна она. Скилл у нее, если я правильно понял, позволяет наносить больше урона в последующий удар. 300% это максимум. И, по-моему, это очень круто. Щука ела меня много раз. И, друзья, если вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И посмотрите, она реально сразу рождается большой. Пиранья была маленькая и лупоглазая. И это была легкая добыча для любого хищника. Но теперь любой хищник станет добычей для нас, я надеюсь. И, кстати, щука не такая быстрая, как пиранья. Пиранья была гораздо более управляемой и юркой. А вот щука... Опа, привет, еда. По 5 демеджа. Я что, ее уже съел? А где еда? Куда она делась? Я ее съел? А, вот мясо, да. Так, надо мясо всасывать. 19 опыта дают все еще так же. Крабики для меня, наверное, тоже станут легкой добычей. Давайте попробуем. Крабич, привет. О, по 2,6. Видимо, у него панцирь твердый, и он даже не пытается огрызаться в ответ. То есть он получает кучу урона. И это халявная еда. Правда, щуке еды потребуется гораздо больше, чем пиранье. Ну шо, кто хочет стать вкусным обедом? Рыбкой с блинчиками или блинчиком с рыбкой. Планктон мелкий я даже не буду трогать. Я гордая щука. Я не буду обижать малышей. Я буду есть только взрослую рыбу. Ну, более или менее. И посмотрите, когда играли за пиранью, рыбы было вокруг. А пираньи! Оу, шо творятся? Шо творится? Оу, оу. Да, прикольно. Так вот, пираньи слопаны. Что ты хочешь? Объясни мне. Я тебя проглотил целиком. Чего ты добивалась? Так, а ты кто? Похоже на... Оп, 11 А, я понял. Тройной дэмэдж это если с разбега влетать. Оп. Просто очень много дэмэджа было нанесено. Че, я промахнулся? А, увернулась? Зараза ты такая. Какая ты, слушай. Оп, попалась. Да, не всегда получается с разбега или с расплыва напасть. Но, оп. Чего, блин? Как ты умудряешься между зубов у меня проскальзывать? Ты офигела? Да, сзади удар, 11 дэмэджа нанесено было. Она пытается огрызаться, бить меня хвостом, и хп у нее дофига. Опять 11 дэмэджа. По-моему, мы ее уже доедаем, друзья. Да, она не будет сопротивляться, можно запросто ее слопать. Офигеть, какой большой кусок. Сразу второй уровень. И я стал еще больше. Такая потрепанная жизнью щука, да, с небольшими порезами на голове. И, по-моему, где-то в этом месте был проход в другую часть локации, если я правильно помню. Либо я неправильно помню. Нет, здесь у нас бочка, я понял. Болото вообще, насколько оно большое, мне интересно знать. Ориентироваться из-за мутной воды я пока не особо умею. Ты кто? Ты та же самая селедочка, которую я ел? Сколько, интересно, дэмэджа теперь у нас на втором уровне? Надо бы затестить. 13! Ну, ты уже не вырвешься, я надеюсь. Или вырвешься, или попытаешься вырваться. Я властелин этого болота. Парочку вкусных ударов. И щука, правда, сногсшибательная. Капец. А я могу проглотить целую рыбу? Нет. Попытался это сделать, но зато большие куски. 179 хп. Великолепно. Просто один укус и нет рыбы. Один укус и нет рыбы. Один укус. Привет. Прямо как будто рыба при... Вот эта штука вкусная. Нифига. Так, подожди, тут оказывается не я самый главный. Вот эта большая рыба, она выглядит, конечно, дико аппетитно. И как она аппетитно ест, но я боюсь. Это угорь. Похоже на угря. Но я боюсь ее. Это моя еда. Кто быстрее, того... Ты хотел у меня еду забрать. Я заберу у тебя тогда твою жизнь рыбью и съем. Меньше урона по осетру наношу, друзья. Видимо, из-за того, что у осетра как раз-таки есть вот эти маленькие бронепластины. Видите, вдоль тела. Плюс у него уже красная икра. Прости. Я думал, я самый классный здесь. Окей. Я не думал, что эта рыба такая большая будет, серьезно. Вау. Хорошо.
Хорошо, это я расслабился. Оказывается, на крупного хищника найдется еще крупный хищник. Буду аккуратнее, но я обязательно этой рыбе отомщу. И я помню, что в этих пещерах часто плавают карпы, которые довольно... Вот это что-то было страшное. Которые довольно аппетитные. Нет, я туда суваться не буду. И с них много мяса падает. Они думают, что сидят в пещере и их не найдут. И их действительно не нашли. Опа, а ты кто? Опа! Чё это было? Это было больно? Это карп? Да, это карпич. Карпич. Ну все, ты попался. Я надеюсь, получу с тебя сразу второй уровень. Ты уж пойми меня правильно. Тебе все равно не удалось бы выжить в этом пруду, в этом болоте. Тут есть большие рыбы. Офигеть, а даже такой кусок... Краб, давай-ка ты не будешь мое мясо воровать. Давай, до свидания. Ладно, я тебя съем. А, крабик, а чё ж ты не пытаешься укусить-то меня? А чё ж ты, крабик, не пытаешься меня цапнуть, а? Целиком проглотил краба. Давай, иди сюда. Еще один карпич. Надо, короче, сзади атаковать, тогда тройной демедж. Еще и с разбега, с разгона, с расплыва. Не знаю, как это назвать. Но... я понял. Это моя рыба, я ее держу во рту. Но лучше уплывать. У меня вырвали буквально из пасти добычу. Хорошо, что этой добычей стал не я. Привет. Чё, музыка играет, да, страшная? Когда играет страшная музыка, враг приплывает. И надо время от времени оглядываться, но этот чел прям выскочил откуда? Непонятно. Я когда ем, я глух и нем. В прямом смысле этого слова. По-моему, это тоже щука. Просто больше, нет? Да, это же тоже щука. Вот это не щука! А ты кто? Воу! Стоп! А ты кто был вообще такой? Кусается достаточно больно. Прям больно. Так ты кто? А ты кто вообще? Дай развернуться. Ты кто? А чё мне показывают даже не того, кто меня съел? Блин, капец. Надо было в ответ атаковать, а я попытался уплыть, но дэмэдж колоссальный. Привет, ты хотел стать моей едой, ты сам ко мне в рот заплыл, давай. Так, так, так. Выращивание рыбы становится интереснее и сложнее. Но она же была по размерам даже меньше, чем я. Откуда такой дикий дэмэдж? Прям зашкаливающий, колоссально большой. Да, в этой части озера опасно. Вот эти драконьи рыбы. Кстати, они меня часто... Офигеть, что творится? Они меня часто съедали, когда я был пираньей. Я вас буду есть сейчас. Алло, вы что, офигели? Дерзкие малыши. Они меня часто съедали, когда я был пираньей. И не давали продохнуться. Они еще очень много урона наносят, несмотря на свои маленькие размеры. Драгонфиши они, по-моему, называются, или что-то в этом духе. Но я пока похаваю карпа. Чё, карп? Дай. Я понимаю, что это опасное место, куда я сейчас приплыл. Тут как раз такие обитают гиганты, но тут и обитают еще и карпы. Обалденно вкусные. Так, немного перекусили в этот раз, не помешал нам никто. Давайте, может быть, вернемся обратно в мелководье. Немножко... Поплаваем, поищем легкую добычу. Лягушкевич! Приветушки! Опа! Ты шо? Давай сюда. Запрыгивай в живот ко мне. Так, потом главное не забыть, откуда я приплыл. Так, это кто у нас? Еда. О, с одного укуса буквально. А может быть, не надо и вообще его расчленять? Ну, в смысле, можно, наверное, сразу его съедать. Привет. Привет, привет. Да не бойся ты, не бойся, не бойся, не бойся. Все закончится. Плохая музыка играет, я дёру даю. Я уплыл. Там кто-то был большой. Ладно, полакомлюсь крабами. Интересно, могу ли я сразу его? Да, я могу краба, слушай, сразу съедать. Не обязательно даже кусать его, не знал об этом. Но теперь буду знать. Кто там надо мной плывет? А, это ты? Ты что, сама... Ты... Ну вот, какие вам еще, друзья, нужны доказательства, что рыба сама хочет, чтобы ее съели? Опять злая музыка играет. Но я хочу ее доесть. Почему она не съедается? Так, третий левел, прекрасно. Здесь вроде бы безопасно. Малышку, можно, интересно, сразу всосать? Я пытался, но ладно, не вышло.
Еще какое-то время здесь поплаваем, 4-й или 5-й уровень добьем, я надеюсь. И тогда будет уже побезопаснее. Главное, на большую рыбу самому нападать. Не нужно бояться, потому что если бояться, она вцепится сзади, и ты уже потом от нее не отцепишься. Что у нас в пещере? Карп... Это осетр. Оп. Интересно, осетр хищная рыба? Он ест других рыб? Ну, наверное, да. А может быть и нет? Давай, успокаивайся, осетрыч. Опять злая музыка играет. Но вряд ли кто-то на нас нападет. Тут, в пещере. Большие рыбы в такие места не заплывают. Вот что я понял. И можно спокойно кушать... Да его разгрызть невозможно. И можно спокойно кушать осетров. Ну что с тобой? Да что такой плотный? Офигеть, 4-й уровень, хорошо. Привет. Просто здравствуй, просто как дела? Оп. Так, выплываем отсюда. Мне не нравится это место. Оп. 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 Я хотел сказать. Оп. Ладно. Злая музыка. Я не знаю почему. Вроде на... никто не собирался на нас нападать. Но музыка играла злая. А это ты, да? Это ты, зараза, меня тогда съела? Я тебе отомщу. Это она. У нее, видите, какие острые зубы? Прям реально дико острые. Поэтому и урон, наверное, такой она наносила. Страшный. Без преувеличения, правда, страшный урон. Я поиграю когда-нибудь за эту рыбу, зная, что она может огрызаться на тех, кто больше, если сама будет атаковать первой. Обязательно за нее нужно потестить геймплей. Это что-то новенькое, что-то свежее. Пиранья, да, ты можешь напасть на того, кто больше, но чтобы его убить и съесть, понадобится 1 000 000 000 лет примерно. Здесь же все иначе. А может быть, имеет смысл отпускать рыбу, а потом снова с разбега на нее налетать, чтобы больше урона нанести? Как думаете, такая тактика может сработать? Оу. 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 А я уже не уплыву. А я уже не уплыву. Я его загрыз. Я его загрыз. И я выжил. Кости тоже съем. Это моя еда была. 32 дэмэджа, друзья. Это очень много. Вы видели? Он мог меня съесть. Но чудом удалось перегрызть его все-таки. Теперь я никогда больше не буду бояться. Посмотрите на эту рожу гигантскую. Никогда больше бояться не буду. Я теперь всегда буду бить в ответ. Закончились те времена, когда Саня боялся. Когда Саня был маленьким мальком, который боялся буквально всего. Теперь Саня гигантская щука-монстр. Без преувеличения. Я даже... Нет, все еще целиком не могу ее проглотить. Пора, может быть, друзья, двигать в новую локацию ту. Давайте 7-й левел добьем. И поплывем в то место, где я всегда хотел побывать, но мне всегда было страшно. Теперь я не боюсь. Ух ты. Скоро я в пещеры не смогу пролазить. Настолько у нас большая рыба. Так, это где-то тут у нас было, да? О, спасибо, ребятки. Вы прямо в рот ко мне заплыли. 7-й левел. Привет. Здорово. Приятного аппетита мне. Куда ты собрался? К своим брат... И попытался укусить меня. К своим братишкам иди, там тебя заждались уже. Правильно. Опа, 31. Это очень много. И даже по 10 урона? Офигеть. Я хочу еще один такой кусок. Кто-то страшный. Я не могу понять, откуда. Ладно, я переволновался, перенервничал. Это и совсем мало урона было нанесено, ну потому что разбег был, разгон небольшой. Но ее доедим, получим 8-й левел и поплывем. О, уже почти 9-й. Кусь. Кусь, кусь, кусь. Прикиньте такую, если кто-то выловит. Все еще не, целиком не кусается. Вот кому-то повезет. Тут же мясо на 10 тысяч уровней. Наверное. 9-й. Класс, так, подожди. А это точно то место, где я хотел побывать? По-моему, это все-таки не оно. Вот сюда нам надо. Да, вот тут большой череп лежит. Какого-то древнего монстра. А вот тут и я плыву. Пещера? Ага. Не особо-таки правильная пещера. А если я бы поел много еды в пещере, я бы мог там застрять? Как считаете? Было бы прикольно.
Не очень, но прикольно. Так, тут растительность какая-то непонятная. Пальмы. Можно внизу поплавать. Рыба, дракон. Но минус в том, что рыба становится неповоротливая. Это правда, смотрите, я еле разворачиваюсь в таких узких пространствах. Теперь я понимаю, почему большие рыбы могли туда заплыть, но особо не заплывали. Ух ты. Потому что их разворачивать дико сложно. Это как будто ты играешь за какой-то мега-корабль. По 13 урона. Может, на 10-м какая-нибудь еще и способность новая появится? Я не знаю. Привет. Так, вот тут глубоко. А где гиганты? Краб. Слушай, это не обычный краб, нифига, он большой. Надо его доесть. Я думал целиком проглотить, но этот краб оказался реально гигантским. 180 опыта, недурно. В эту щель я не полезу. Там хоть есть рыбы, но дико страшно. Ух ты. И где мы вообще? Я даже не представляю, где мы и куда плыть. Есть тот, кто... А, я знаю это место. Слушай, это место я знаю. А здесь я никогда не был. Куда ведет туннель? К жабичу! Привет, жабич. Ух ты, тут другие рыбы. Привет. А, я его раскусил за один укус. Недурно, 10-й левел, друзья. Красная рыбешка встречается, не так... Гигант. Так, я хотел на него напасть. И вот ты, зараза такая. Ел меня когда-то, да? Но я в несколько раз больше, чем он сейчас был. Музыка какая-то прямо добрая заиграла. Может быть, это значит, что я самый большой в озере? Самый большой в этом болоте? Воу! Ничего себе! Сюрприз! Но я тоже могу удивлять. Я тоже могу удивлять. Левел 11, друзья. Хотел запечатлеть рыбы, ее размеры. Она поистине... монструозная стала. Вообще, вы поглядите на эту красоту. Такая синяя, красивая, мощная, злая. Кусучая. Кусячая. Мне нужны теперь рыбы побольше. На мелочь даже не хочется отвлекаться. 76 демеджа. Если с разбега влетать в рыбу. Нужен соперник. Достойный. Например... Чё? Мне пираньи помешали Вы чё, офигели там, Вы видели? Они офигели. Во-первых, они лишили меня моей добычи. Как тебе такое? Внезапно, да? Пока ты ел, тебя самого съели. Там кто-то, подожди, это щука была или... Я всех тут съем, и щуку свою тоже съем. Вот это шведский стол. Вот это шведский стол был. Просто перекусываю напополам. Ну, эта рыба в какой-то степени можно назвать ее, не знаю, читерской. Ты кто? А, это ветка. В какой-то степени можно назвать ее читерской, и правда. Потому что уже никто ничего не может мне сделать. Хотя это не самая дорогая рыба была. Именно в этой локации. Радиоактивные всякие бочки. Я бы хотел, чтобы меня заразило радиацией, чтобы я еще больше мутировал. 14 левел, друзья. А может быть, с левелом появляются какие-то, я не знаю, рыбы побольше? Мегасом! Слушай, я с ним не справлюсь. Очевидно. Он большой. Слушай, он прямо гигантский. Я, конечно, могу рискнуть, но... Слушай, он... Прикиньте, если я его съем. Можно рискнуть. Слушай, он мне сам голову откусит. Не знаю, как он мне дэмэдж наносил. Слушай, это как-то читы какие-то у него. То есть я его кусаю, а он в ответ урон наносит. Он что, ядовитый? Он явно меня не кусал. Так, мне бы хп подрегенить.
Очень хочу его съесть. Я стану мега большим, если его съем, но... Мне нужны хп. Ну, такими темпами, конечно, я буду его пожирать очень долго. Ты хочешь меня подраться со мной, покусаться? Давай. Только я не могу развернуться. Ты, иди сюда. 27 дэмэджа. Давай до 15 левела дойдем и попробуем напасть на него, если я его найду. Он где-то тут был. И музыка такая грозная играла, да, в момент его появления? Не, вполне возможно, если бы по-честному было, если бы он в ответ не наносил мне столько урона, может быть, я бы его и съел бы. Он тоже подвигенился. Офигеть. Ну нафиг тебя. Он тоже восстановил силы. Он даже не нападает на меня. Он такой, чисто сам себе. У него своя атмосфера. Ух ты. А сколько надо его раз укусить? Сколько у него? 1000 хп? Или 2000? Ну я не хочу от него отставать. Так, идите сюда. Да я вас... Они сами в рот заплывают. Я даже их не кусал. Сами в рот заплывают. Это какая-то магия, мистика. Где ж ты, гигант? Он застрял. Смотрите, он застрял в бревне. А-а, это ловушка? А, это была ловушка. Типа, я в бревне сижу. Заплывай тоже сюда, да? А, нет. Так, стой. Остановись. Дай я тебя съем. Че, попытаться на него напасть еще раз? Уж не знаю, где-то он тут. Тормози. Дядя, тормози. А может, игрой задумано, чтобы я не мог его съесть? Ух ты. Ну, надо, короче, друзья, дальше качаться, пока он мне не по зубам. Объективно. Да, он не агрессивен, но он очень больно бьет. По неведомой для меня причине. О, новая рыба была съедена. Или просто это две рыбы соединились в единое целое? Кто там меня кусает? Ты же был не агрессивный, я же тебя не... Мама родная. А я же его не опасался. Даже думаю, ну ладно, он вроде не нападает на меня. Ага. Ну, будет мне урок. Этот мегасом, конечно, лютейший. Я думал, что все, жизнь удалась, никто мне не страшен. Можно спокойно плавать и даже огрызаться на него, пытаться нападать. Но нифига себе. У меня 15 левел был, да? Надо будет еще больше прокачаться и попытаться его съесть. Но, наконец-то, я могу нормально опять быстро плавать, но мне это не особо помогает в охоте на маленьких засранцев. Мне не особо это помогает в охоте на маленьких засранцев. Ты на меня хочешь напасть? Да я сам на тебя нападу. Ты ж мой родственник. Ну, по цвету ты на селедку похожа. По расцветке. Такие зеленые пятна. И как бы я их съем? Не, ну этот мега-сом. Вау, вау. Достойный и достойный противник. Достойный, мощный, злой противник. И мне дико везло, что иногда я попадал в места, где прям много мяса. И прямо рос, как на дрожжах. Второй раз вырасти до таких размеров будет уже сложнее. Что-то мне подсказывает. Потому что не факт, что такие злачные места с таким количеством большой рыбы вкусной попадутся. Но жить можно, это моя еда, никому не дам мое мясо. Не смей мое мясо воровать. А то сам станешь мясом. Ну ладно, друзья, давайте на этом пока с вами заканчивать. Надеюсь, видосик вам понравился. Довольно неплохо подросли. Да, не до максимума, но это было легендарно. Пишите, за какую рыбу еще поиграть. И попробуем на другой локации поразвиваться. Болото, оно довольно маленькое. И я не понимаю его. Оно слишком мутное. До новых встреч. Удачи, пока и счастья вам. Берегите себя, друзья. Покедова.